Не, давай, наверное, короче, будем Слушай, сходи за шампанским. У меня за шампанским? Да, прикинь, но холодненько. Дети спят, можно и сходить за шампанским. Сходи же за У меня ключи от машины лежат. Возьми, пожалуйста, нам бокальчики. Ребят, посмотрите. Что она делает? Я... Минус 10? Вот штучка. Всем привет. А вы что не спите-то вообще? Вам что, делать нечего? Давай шампанского еще откроем? Нет, не будем больше. Она говорит, мы не будем больше шампанского открывать. Вот. Поэтому мы, наверное, сейчас пойдем спать, да? Блин, как классно. Вот, представляете, посидеть вот в этой во все. Вот, посмотрите, наркотика вот она стоит. Здравствуйте. Просто вот прям посидеть вот здесь вот на берегу, хотела сказать. На берегу. Вы не хотите посидеть со мной на берегу вообще? На берегу. Там, на том берегу. Московского залива. Забудки цветут. Там на том берегу. Там на том берегу. Все, я даже не все? Ты не знаешь. А зачем? Мы там только людей раздразнили. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Ну, вообще, посидеть, когда дети уснули, выйти просто, понимаете. Ульянка, добавь мне еще одного человека в прямой эфир. Ты, да? Она добавила. Да ты... Что сын у тебя? Здравствуйте. Да, здравствуйте. Вот. Я думала, вы не спите, а вы все спите. А, ну в Новосибирске, конечно, 6:00 утра, а в Москве уже 2:00. Ну, сорян, что я так решила не вовремя выйти в прямой эфир. Ой, как классно, ребят. Вообще, просто безумно классно.